Привет всем, друзья, это канал Сиска в Тесте. Мы продолжаем прохождение Watch Dogs. И сейчас мы отправимся, скроем несколько CTOS, после чего посмотрим, что еще нам преподнесет игра. Но сейчас звонок будет. Что ты мне названиваешь? Меня ж так грохнут. Скажи, как подобраться к Ираку? К Ираку не подберешься, чел. Забудь, он не выходит. Попробуй еще разок. Стой. Аукцион! Он будет на аукционе Куина! Что за аукцион? Частный? Ну, не такой, как обычные аукционы, а по приглашениям. Достань приглашение. Я тебе что, отшиб? Ладно, ясно. Еще позвони. Да нет! О, мы выехали. Отлично. Лодочки катаются. Ну что там? Пытаются. Придумал, как добраться до Ирака? Да, Бетбак в деле, ждет звонка. Осталось достать карточку доступа Ирака. Это единственный вариант. Это радиоидентификатор. Если повезет, сможем клонировать. Похоже, Ирак будет на аукционе. Есть шанс. Аукцион? Ну да. Помнишь, у Ирака был портфель? Еще бы. Ирак им череп пробил. Ну да. Он сказал, что там список гостей. Тебя, тортик. Я отслеживал этот портфель. Сейчас гляну. А ты молодец. Заполучим портфель. Подберешь мне имя из списка. Одолжим его. Мысли читаешь. Сейчас пришлю координаты. Блин, врезался. Так давайте мы посмотрим, где там миссия. О, так мы по каналу сможем проехать. Так. Давай, поворачивай. Смотрите, мост. Оп, и тут никто не сможет проехать. Все, мы по каналу сейчас проедем к заданию, и все нормально будет. Первый раз, да, мы на Watch Dogs катаемся на лодке. Так-то интересно. Изучать Чикаго, так сказать, с водной стихии. Так, вот, сейчас мы направо должны завернуть. О, такси. Ой. Водные такси были, да? Вот почти мы приплыли уже. Так, мост надо его раскрыть, а то как люди-то будут ездить на таких лодках, как у нас. Ну что, где там? Где там лодка припарковаться можно? А, вот здесь прям можно припарковаться. Ой. Все нормально. Я припарковался. Давай, залази. Хорош. Ну что ж, отправляемся на миссию без шума и пыли. Уйди. Ну, пошли, что стали-то? А, знаете, что я хочу сделать? Я хочу сделать одну вещь. Параметры. Звук, громкость музыки, я вообще нафиг его беру. Ой. Какой выключен? Применить. А то песенки играют и прилетают авторские права, и пришлось одну серию удалить. Вот до этого. Серия была, ее пришлось удалить. Где миссия? Вот он. Смотрим задание. Надо действовать осторожно. У Дэмиана свои интересы в этом деле. Он что-то задумал. Ладно, пока займемся портфелем. Что сделать? Воу. Это по сути будущее нашего дела. Досье, ошибки. А, вон то. Блин. А, вот человек в портфеле. Да-да-да-да.
просто взламываем пока. Так. Да елки-палки. Ответь. Да, Мишка. Стоп. Поверить не могу. Парни Куина проворачивают старый кабинет. Подменить портфель. Серьезно? Ностальгируют? Я такого еще не видел. Зачем они это? CTOS не обмануть. Любой, кто взглянет на монитор, заметит подмену. Хотят обмануть систему обнаружения. Интересно. Так как мне тут пройти-то? Най-най-най. Най-най-най. Во, мы прошли как-то. Так, еще один тип человек. Смотрите, они каждый раз меняют людей. Чувак, хватит тут ходить. Я бабло у тебя пока постырю. Так, сейчас этому отдаст. Ты не смешной. Мы опасаемся, что иглы были нестерильны. Всем донорам следует пройти проверку нашей инфекции. Опа. 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 Портфель на лодке, лодка идет по реке. Поеду за ними на байке. Да похоже, я знаю, куда они. Ком байки. Что тут рядом? Думаю, далеко они не уплывут. Скинут портфель и дело с концом. Давай, 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 давай. Залази. Старая Марина. Лаки Куин купил ее в 67-м. Думаю, не туда. Она закрыта для посещений с 80-х. Мы как знали прям, что придется на лодке ехать. Мы прям как знали, отвечаю. Приплыли сюда на лодочке. Сейчас плывем на лодочке. Так, ближе 90 метров нельзя приближаться. Да блин. Смотрите, мы здесь не были еще ни разу. Но вот сейчас будем. Красиво сделано, да, вообще. Потрясающий вид. Успели мы, главное, сесть в лодку. И это самое главное для нас сейчас. Что мы преследуем его. Что он не уехал от нас. И мы хоть как-то за ним следим. Я бы уже понял, что за мной следят, потому что, посмотрите, вокруг ни одной души. Платформа, ты что, офигела? Я ж тебя нажал. Так. Что нужно сделать? Нужно выйти. Так. Кто я? Кто, я чокнутый? Да я вообще нормальный парень. Так, как мне туда... А, точно, платформа. Блин, я лодку поставил. Ладно, пойдем там. Припарковался как-то неудачно. Так. Блин. Тут миссия, блин. Нужно тихо, как я понял, все это сделать. Блин, ски городовой.
отвлечь. Проберитесь в Марину. Оп, оп. Сейчас сделаем так. Отлично. Убираем пекаль. Отлично. Тихо, 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 тихо. Ч, меня не видишь, дебил? Есть. Есть контакт. Воу-воу-воу. Чувак, будь полегче, а? Да взорвись уже! Похоже. Не светись! Черт, у нас ранний трындец! Да как так-то? Вот так вот. Плохо дело. Плохо дело. Есть контакт. Быстренько и надежно. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Как? Ух ты, вот это дробаш. Хорошая штука, я думаю. По тебе дурка плачет. Вот так вот. Так, а вот и портфельчик. Оп. Быстро мы так, да, все это сделали? Чик-чик-чик-чирик-чик-чик. Трэнс-трэнс. Отправляю тебе список гостей. Судя по всему, клуб подстраховался. Охраны будет полно. Хорошо, сейчас найдем тебе личность. С изюминкой. Не из нашей страны. Чтобы его не знали в лице. Ясно. Так, вот. Изобразишь мистера Панга? Это вряд ли. Европейцы есть? Николас Кристин. 32 года. Родом из Америки. Не был тут 12 лет. То, что нужно. О, я буду какой-то Кристин. Предпочтение. Он извращенец. Богатый извращенец. Его хватится? В каком это смысле? Клара, если я стану Кристином, ему придется исчезнуть. Я должен буду убить его. А? Нет, думаю, нет. Мою сестру похитили, Клара. Ради нее я готов на все. Если для тебя это слишком, откажись. Я не обижусь. Нет, без проблем. Этой твари не хватит. Блин, хороший опять выбор. Лодка. Он должен забрать машину из автосалона. Ясно. Там и найду. Ну что, первая миссия, которая... с этим заданием связано, мы выполнили. Но сейчас... Придурок! Этот автосалон... Ты же утонул! Эй! Но сначала надо взломать центр управления. Ну ладно, мы увидимся с вами в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!